Астролог предсказал победу Путина и пожалел. Роскомнадзор оштрафовал астролога за предсказание победы Владимира Путина на выборах президента. Об этом сам Александр Рембель рассказал в соцсети Facebook. Незадолго до выборов астролог опубликовал в газете «Джентри», главным редактором которой является, а также на своей странице в социальной сети, прогноз, согласно которому новым президентом России станет именно Путин. «Ей-богу, я не знал, что есть ограничения на астрологические прогнозы», – признался он. Тем не менее, Ремпель не остался в обиде на Роскомнадзор и пообещал ведомству спрогнозировать и его будущее по звездам. Президентские выборы в России состоялись 18 марта. Их выиграл Владимир Путин, набрав более 76% голосов. Накануне Путин произнес присягу и вступил в должность президента России. В последовавшей за этим речи глава государства назвал целью своей жизни и работы служение людям и стране, а также сообщил, что России нужны прорывы во всех сферах жизни, чтобы стать современным и динамичным государством. Пожалуйста, пишите в комментариях ваше мнение по этому поводу и обязательно подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе всех самых последних и интересных событий. Также пишите в комментариях ваше мнение, насколько это справедливо то, что Роскомнадзор оштрафовал астролога за предсказание победы Владимира Путина на выборах президента. Насколько мне известно, астролог может предсказывать все, что угодно, все, что сулят ему звезды. И каким образом Роскомнадзор может ставить ограничения на те или иные предсказания? Пишите свое мнение в комментариях. На этом все. Всего доброго и до новых встреч.